вонда. Время гламурных людоедов прямо здесь и сейчас. Будь осторожен, чувствуй кожей. Кто-то из нас, кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, Резвин или я. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, Резвин. Все без обмана, не упусти свой шанс. Ловкие руки, ставки гуманные. Но кто там из нас? Кто из нас двоих точно сошел с ума? Осталось лишь определить, Резвин или я. Всем привет, друзья! С вами Very Good. Я хотел бы объяснить нашу ситуацию с Пашуком, сложившуюся на этой неделе. В общем, как-то раз, я зашел в игру просто, да, и мне Паша, так, я не скажу, прям я сильно с ним знаком был. Ну, так, виделись на тройке, он добавил его в друзья, в общем, он мне предложил сыграть. Я сказал, почему бы и нет. Ну, сразу ему сказал, что я сейчас, во-первых, еще не так сильно привык к тройке, ой, в смысле к четверке, потому что после тройки значительное ощущение заметное очень сильно. Потому что фреймрейт тут другой, такое ощущение, куда здесь все гораздо быстрее происходит. Вот, сыграли, я ему проиграл, я ему сразу говорил, что скорее всего я тебе проиграю, потому что я сейчас никакой, уставший, не привык еще к джойстику, еще к тому же у меня стики были. На резинках я их одел сразу, купил как сразу DualShock 4 и консоль. Ну а на самом деле резинки только мешают, они не дают такой точности контроля движений, как без них. Вот я с ними, после того как я снял, я ощутил огромную разницу, точность стала, направление камеры намного лучше. Ну, собственно говоря, не о том я хотел сказать, что когда я играл с Пашей, я подумал, что он играет с точкой, я объясняю почему. Я, конечно же, извиняюсь перед ним заранее, что вот я его обвинил в этом. Ну, подозрения у меня такие были, просто меня постоянно убивал за препятствия, и я так посмотрел, ну, очень точно, уж он очень наводился из-за препятствия, я подумал, что явно он что-то там себе прикрепил. У меня есть тоже некоторые друзья, которые так любят делать, и из-за препятствия только имеют, что перестреливаться. Вот, что еще хотел сказать. Ну, потом я вот говорю, вот, Паша, ты очень сильно палишься, ты с точкой играешь, я заметил. Он говорит, нет, как так-то, я не играю с точкой. Я ему сначала не поверил,
Потом он мне прислал видео, как он именно записывал с телефона наш стимбой, то есть с его монитора, как все выглядело. И, ну, действительно, я не увидел там ни одной эти точки. В общем, что я хочу сказать, Паша на самом деле хороший парень. Ну, конечно же, еще технику надо немножко в ближнем бою ему поднатаскать, но на самом деле все у него хорошо. Если он будет так тренироваться, он будет не хуже меня. В общем, хочу сказать, что, Паша, я тебя одобряю как снайпера, молодец. Держись в том же духе и дерзай. Все, всем спасибо за просмотр, всем большое пока.